Добро пожаловать на канал World Edit. Анубис в египетской мифологии – бог и покровитель мертвых, сын бога растительности Осириса и Нефтиды. Новорожденного Анубиса Нефтида прятала от своего супруга Сета в болотах дельты Нила. Богиня-мать Исида нашла юного бога и воспитала его. Позднее, когда Сет убил Осириса, Анубис, организуя погребение умершего бога, завернул его тело в ткани, пропитанные особым составом, сделав таким образом первую мумию. Поэтому Анубиса считают создателем погребальных обрядов, покровителем некрополей и называют богом бальзамирования. Анубис помогал сохранить тело Осириса. Анубис также помогал судить умерших и сопровождал праведных к трону Осириса. Подобно другим богам древности, Анубис выполнял различные роли. Животные, в виде которых изображался Анубис, обитатели пустыни, то есть земель, пограничных со страной мертвых дуатов. Анубис прочно связан с черным цветом, цветом смерти, загробного мира и ночи. В книге мертвых Анубис обычно изображается в сцене взвешивания сердца покойного. Не забудь подписаться.